Ancestors – The Humankind Odyssey предлагает прожить путь эволюции обезьяны на пути к человеку, ну или, по крайней мере, к человекоподобному существу, нашим предкам. В общем, что ж, необычайный сурайвал, или даже не совсем сурайвал, а просто такая даже ролевая игра, что ли, в которой мы будем, видимо, сами проходить путь, выбирая, наверное, какие-то ветки эволюции на нашем пути и проживать буквально миллионы, вроде как, лет. Оценки от критиков не самые высокие. Игра была горячо ожидаема, поэтому отзывов сейчас очень много, я ее тоже в какой-то степени ждал. Потом увидел, что отзывы, ну, такие, сдержанные, очень, очень сдержанные. Средний рейтинг на Метакритике меньше 70, по-моему, Ancestors сейчас. И я так немножко поумерил пыл, но попробовать все-таки, я думаю, стоит. А вдруг зайдет? Говорят, что концепт-то все-таки и правда удался. Другое дело реализация. И, в общем, мы сейчас на эту реализацию и посмотрим, по крайней мере, вот таким вот небольшим первым взглядом. Давайте приступать к новому роду, к новой игре, то есть. Название рода предлагают нам выбрать. Ну что, так как мы все-таки вроде как собираемся создать человека, да, то это должен быть Homo. Но приставка у них будет все-таки своеобразная. То есть мы создадим не обычного человека, а вот нечто такого. Такое. Homo Acasus. Радует количество настроек при старте игры, да. То есть это обещает достаточно такую сэндбоксовскую систему. И, например, полная свобода, видимо, как раз этот полный сэндбокс и должна нам давать. Но, наверное, нам все-таки для первого погружения будет это немножко сложновато. Полное обучение пригодится, но вот минимум элементов худ мне как раз нравится. Эффект погружения — это то, что я, наверное, хочу в том числе от Ancestors увидеть. Мы выбираем пол персонажа, видимо, с которого мы начинаем. И, наверное, было бы логично выбрать наугад. Но давайте наугад. Вот я такого, кстати, варианта мало где видел. Я не помню такой, чтобы вариант предлагался. Поэтому грех им не воспользоваться. Численность. Да, и тут действительно средние настройки выбираются. Численность стаи средняя, например, пол самка. Режим игры новичок, другого нам не дали на выбор, пока что, видимо, они откроются постепенно. И поселение у нас будет тоже, видимо, какое-то случайно выбранное, это укрытие секретным водопадом. Погнали! Основано на реальных событиях. Ну, позволим авторам такую фантазию слегка. Окружающий мир и его обитатели — лишь прототипы, относящиеся к тому или иному месту и периоду времени. Ну, то есть, видите, не совсем основан на реальных событиях. Но титры здесь появляются в самом начале. Такое мы часто видели, но не в таких вот играх, да, казалось бы, сэндбоксах, сурайвелах. Скорее, больше в сюжетных проектах. Это не то, чтобы я критикую или, наоборот, одобряю, скорее просто интересно. Сейчас вы узнаете, как жили наши предки на заре человечества. Это бесконечная история развития человеческого рода на нашей планете. Она продолжается прямо сейчас, когда мы вот играем в Ancestors в том числе. Вам придется полагаться только на свое тело, органы чувств и интеллект. Становитесь сильнее и развивайте свой род. Учитесь противостоять силам природы, обучайте семью и строите жилище. Ну, как в любом сурайвале, кстати. Удачи! На нас особо не надейтесь. И помните, эволюция — это не развитие по шаблону. Вы сами выбираете свой путь. Нелинейная игра! Начинается все в космосе, да? Ну, у нас же тут не спор все-таки, да? Мы не будем от молекулы начинать. Нет. Жизнь на планете уже достаточно развитая. Африка. 10 миллионов лет назад. Кишит. Кишит жизнь. Так, надеюсь, мы не эта мартышка, потому что иначе у нас будет очень быстрая кончина.
Но, слушайте, выживание в этих условиях будет явно нелегкой задачей. По крайней мере, вроде как динозавров-то уже точно не должно быть. Однако явно остались какие-то крупные ящерицы, крупнее, чем крокодилы, которые тоже могут представлять опасность, да? В таких условиях нашим преимуществом должно стать то, что мы умеем лазать по деревьям. Никак иначе. Да, это она и есть. Ancestors, the Humankind Odyssey. Ну, неплохое такое начало для выживача, да? Игра от создателя... Один из создателей игры — это создатель Assassin's Creed какой-то частей. Какой-то из частей. У нас прям первая часть — Земля без людей. То есть, как будто у нас действительно будет сюжетное повествование здесь. А окружение дышит. Видно сразу, что графон здесь не какой-то сверхтоповый, да, но хочется сразу вдохнуть эти тропики. Так, ну все-таки, да, все очень сурово. Какой-то громадный голубь утащил нас. Но это скорее уже не мы были. А вот это, возможно, мы. По-моему, нашего родителя только что уничтожили. А мы маленькая самка, и что нам делать? Верните в безопасное место. А, наверное, для этого нужно забраться на дерево. Так, сразу, слушайте, у меня инстинкты проснулись, я даже без какого-то обучения понял, как забраться на это дерево. Как хвататься за... Так, очень много сразу появилось подсказок. Ох ты, видите, у нас страхи какие-то появляются. Так, нужно задействовать интеллект. Он поможет найти укрытие, ваше поселение и еще много чего, да, я так понимаю. Ладно, давайте заберемся на дерево как можно выше. Это очень высокое дерево, какое-то сверхгромадное, чтобы просто я мог на какой-нибудь ветке спокойно пока что просто... хотя бы зависнуть, да? И давайте вот теперь, наверное, в этих условиях воспользуемся интеллектом. У нас есть задача, да? Вернитесь в безопасное место, в укрытие или в поселение своей стаи. Для этого как раз нам и понадобится интеллект. Боже, какое-то страшное место. В стартовом ролике эти тропики выглядели все-таки чуть более дружелюбно, а теперь это хоррор джунгли настоящие. Я пробую воспользоваться интеллектом, но не вижу пока никакого эффекта. Друг мой маленький, точнее подруга. Как нам найти укрытие? Не трогайте кнопку, пока находитесь в меню интеллекта. Осмотритесь с помощью мыши, чтобы найти интересное место. Затем выполните доступные ситуативные действия. Хорошо, я понял. Вот, мы включили режим интеллекта, можем осматриваться, и в этом... Это может быть укрытие как раз-таки указывается вот этот квадрат нам. Что-то есть еще там. Сложно сконцентрироваться, да, когда тебя вокруг терроризируют такое. Наш малыш, естественно, боится пантер. Но они выглядели грозно. Так, мы можем с этим что-то сделать? Укрытие. Это укрытие. Хорошо, мы поняли. Теперь давайте другую точку еще посмотрим, что это такое. Начинаю немножко... привыкать к управлению, но здесь, как говорят, как раз, кстати, такое не очень удобное, и точно нужно время, чтобы привыкнуть к нему. Еще одно укрытие. То есть у нас есть два укрытия, мы на выбор сейчас можем выбрать одно из них, да? Отлично. А, непонятно, до какого из них ближе добираться, вроде как. Да, когда мы начинаем движение, то у нас точки пропадают, и мы не видим, кстати, укрытие, оно у нас не отмечается никак. Оно сохраняется хотя бы, да? Отлично. То есть мы двигаемся... И в этот момент интеллект у нас вообще не работает. Ну, то есть сознание. Но если мы можем остановиться, то в этот момент интеллект как раз-таки можно включить также. Вот такое вот разграничение системы. Я уверен, что это как раз-таки можно будет прокачать, чтобы это не разграничивалось. Это будет вполне себе эволюционный путь. Так, ну как, пойдем дальше. Давайте вперед, пока забираемся по дереву. В ту сторону двигаемся к укрытию. Все-таки на землю спускаться я не намерен. Там нас ждет явно что-то очень-очень-очень страшное. Так, аккуратно. Все, мы остались без родителей. Нам действительно теперь нужно необходимо просто эволюционировать. Мы так иначе не выживем. На родителей рассчитывать больше не приходится. Так, а укрытие-то ниже все-таки. Мы сейчас в эту сторону еще будем двигаться. Это просто-таки настоящие тут лабиринты из веток.
на этих громадных деревьях. Очевидно, мы можем еще и разбиться вдобавок, так что я с опаской, конечно, двигаюсь вперед, хотя, казалось бы, я мартышка и должен уметь аккуратно передвигаться по... Ой-ой-ой, черт, я сейчас свалюсь. Давайте-ка обратно вернемся. Слушайте, как страшно быть обезьяной. По-моему, первое впечатление как раз о том, что здесь все вот это реализовано, оно присутствует. Я могу спуститься вниз? Давайте найдем спуск... способ вернуться вниз! Фух, как ты зацепился, дружок мой. Я не хочу все еще на землю ступать, но давайте посмотрим интеллект. Он сейчас нам подскажет, где укрытие. Вот оно все-таки в той стороне. Так, давайте туда и направляться. Я примерно запомнил это место. И, наверное, есть смысл сейчас спускаться. Я еще не научился мастерски передвигаться, да? Поэтому, конечно, страшновато. Черт. Как только на землю мы ступили, действительно стало намного, намного опаснее все. Давайте заберемся на это дерево. Огромные какие-то количество животных здесь. Я надеюсь, найти сородичи. Без них мне будет здесь очень тяжело. Мы передвинулись вообще к укрытию, где оно там? Нет, оно все еще далеко. Мне нужно как-то эту реку пересечь. Для этого может понадобиться это дерево, я думаю. Я не умею пока передвигаться быстро. Или, по крайней мере, не понял, как это делать. Так. Ускоряемся немножко. Как раскачивается и прыгать на листве? Ага. Видимо, чтобы раскачаться, но как и обычно в играх раскачиваешься, попробовать так сделать, что ли? Да. Может, сейчас получится. Давай. Мой маленький дружок. Вроде как раскачались. Ох, слабо прыгнули. Чуть-чуть подальше надо было бы. Так, но мы продвигаемся постепенно вперед. Наверное, не так быстро, как хотелось бы, но тем не менее. Укрытие у нас в той вон стороне. Опять не допрыгнул, черт. Давайте забираться быстрее наверх. Иначе мы сейчас тут от страха побрем. Я думаю, это вполне возможно. Даже не конкретно от какого-то хищника, а именно просто нервная система у нас не выдержит такого напряжения. Здесь еще и страшные звуки, и музыка, и все. Ну, музыка это, конечно, иллюзорно. Но джунгли выглядят очень внушительно. То есть понятно, что здесь действительно не самый крутой графон, это видно, да? Но вот когда ты просто передвигаешься, когда пытаешься сориентироваться, ты чувствуешь себя в этой западне. И смотрите, здесь просто не видно неба. Мощнейший лес. Настоящие заросли. Так, держимся, смотрим, где укрытие. Там много точек, и, судя по всему, это значки наших сородичей, что ли? Я надеюсь на это. Сейчас мы вот это дерево немножко здесь повернем. Найдем способ проникнуть другим веткам. Смотрите, видимо, страх прошел. Или нет еще? Не совсем понятно. Давайте поймем, где сейчас укрытие. Да, мы где-то рядом с ним. Осталось до него добраться. Нужно будет на другое дерево, мне кажется, перепрыгнуть. Не уверен, что... Вот на вот это, да. И оттуда уже пролезть. Далеко будет допрыгивать. Мы хотя бы попробуем. Так, давай. Давай, цепляйся, цепляйся. Вообще неплохо. Но он живучий, наш малыш. То есть, да, по крайней мере, высоты мы практически здесь не боимся. Естественно, если на землю упадем, то, наверное, это все-таки будут последствия серьезные. Но вот сейчас мы очень неплохо прыгаем. Так, отлично. Перепрыгнули на вот эту огромную ветку. И двигаемся в сторону укрытия. Радостно прыгаем и движемся. По-моему, все правильно. Наконец-то обстановка стало поспокойнее. И картинка прояснилась. Так, правильно ли мы продолжаем двигаться? Нужно включить интеллект, чтобы распознать эти точки. Мы не знаем, что там. Я, по-моему, даже слышу уже своих сородичей. Здесь нужно и звук напрягать. По-моему, я где-то проскочил. А, вот, вот. Вот наше место, где мы живем. Все, спускаемся туда спокойно. Да? Отлично. Фух. Могу ли я быстрее бегать? Все.
Мы выполнили задачу. Нашу первую. Ух, наши друзья. То, что у нас погиб родитель, по-моему, не сильно нас сейчас тревожит. Тем более, это был всего лишь один родитель, а у нас ведь должен быть еще и второй родитель, да? Я не знаю, кто это был, отец или мать. Скорее всего, отец, да? Ну что, ребята расстроены, судя по всему. Похоже, да. Скорбь. На их лицах можно прочитать. Итак, новая задача. Сможет ли ваш род пройти путь эволюции быстрее предков? А, то есть мы здесь будем соревноваться. Соревновательный режим, он, собственно, у нас как раз-таки издревле пошел, да? Похоже на то. Живучесть героя. Энергия зависит от выносливости, продолжительности жизни. Чтобы стать выносливым, нужно хорошо есть, пить и спать. А чтобы прожить дольше, нужно быть умным, как мне кажется. Я не успел прочитать. Ситуативные действия. Остановите, чтобы увидеть все доступные ситуативные действия. Их количество зависит от ситуации. Но это те точки, с которыми можно, собственно, взаимодействовать. Это мы видели. Многие жаловались по поводу геймплея, несмотря на крутой концепт, что он становится быстро однообразным. Сегодня мы не будем далеко слишком заглядывать, да, чтобы он успел в любом случае стать однообразным. Поэтому этот момент нас, наверное, пока что у нас никак мы его оценить не сможем. Действительно ли однообразие здесь начинает проявляться или нет. Так, ну давайте пока включаем интеллект и попробуем понять, что нас вокруг ждет. Мы можем, наверное, сейчас с кем-нибудь повзаимодействовать, но вокруг столько всего интересного, мы на все это должны обратить внимание, я считаю. Давайте смотреть, что там нас может ждать интересное. Растущий нейрон. Интеллект растет у нас от того, что мы просто, видимо, узнаем эти точки? Или как? Так, еще одна точка. Там неизвестно, что нас ждет. По сути, везде неизвестно, что нас ждет. Что, например, нас ждет вот в этой речке? Мы вроде как ее видим, но там какая-то загадка, какая-то тайна. Что-то темное, вроде как. То, чего нужно опасаться. Но что там? Чего мы можем там опасаться? По-моему, ничего страшного там может не случиться. Давай посмотрим. Вот эта точка, мы ее видели. Что там такого? Давай просто в эти заросли попробуем наступить, и что случится-то? Вроде как ничего такого. Мы просто происследовали этот объект, и здесь ничего не происходит страшного, по крайней мере, с нами. Может быть, я как-то это неправильно сделал. Давайте пока продолжим узнавать точки вокруг. Все нужно на своем опыте здесь, я думаю, выяснять. Это мы уже поняли. Текущее поселение стаи. Это, в общем, наш дом. Точка дома. Хорошо, это понятно. Здесь все еще что-то непонятное. Возможно, с этим мы пока даже взаимодействовать не можем, потому что у нас недостаточно развит интеллект. Это как, ну, мы как ребенок, который видит что-то перед собой, но не знает, что это. То есть, и он как-то реагирует эмоционально, как мы, да, сейчас примерно. То есть, это что-то страшное, непонятное, такое жуткое. Любопытно нам, да, что это такое. Но мы вообще не понимаем, что это. То есть, мы не можем с этим работать. Здесь, в общем, вполне себе адекватно это показывается. Наверняка можно найти какую-нибудь точку, с которой мы можем взаимодействовать. Но лучше давайте попробуем, собственно, какой-то другой эффект получить от, наверное, общения с нашей стаей. Гоминид. Отлично. Как раз человекоподобная обезьяна. Гоминид, насколько я понимаю, да? Означает. Еще один гоминид. Ну, здесь они все гоминиды. Это наш род, я судя по всему, да? Ну-ка. Ну, здесь еще одна неизвестная точка. Давайте подойдем к ним и попробуем, наверное, пообщаться, что ли, немножко. Перенять каким-то опытом. Нейронная энергия. Когда детеныш находится рядом, накапливается нейронная энергия. Чем больше детеныша рядом, тем быстрее она накапливается. То есть, да, когда мы собираемся в кучку, интеллект наш начинает действительно развиваться. Мозг наш начинает расти. Ну, при помощи нейронов. Давай, можно с тобой поговорить? Это Тви. У него даже есть такое примитивное имя. Детеныш. Он член нашей семьи. Мать у него Лут, а отец Ни. Отлично, давайте познакомимся с нашей семьей поближе. Это Лут. Как раз-таки это отец, да? Я тут еще пока рода не совсем... В родах не совсем разбираюсь. Да. Нет, это мать, это мать. Мать по имени Лут. Взрослая особь, самка. В паре партнер у нее Ни. Член семьи. И дети у нее Тви и Туф. А нас как звать, кстати? Мы не туфли случайно, мы можем включить интеллект, ой, точнее интерфейс, и увидеть, что, например, сейчас у нас второй день, можем лечь спать, органы чувств включить, позвать можем кого-то.
Вот так. Ой, и все отзываются даже. Слушайте, ну круто, круто. Здесь мы никак с ними при помощи интеллекта взаимодействовать не можем. Ну-ка. Мы можем ее переименовать даже. Сменить имя. Но мы не будем сейчас уж таким заниматься. По-моему, это нам не по рангу просто-таки. Но зато мы можем переключиться на нее. Все верно. Вот этой функции я, честно говоря, не знал, что она здесь присутствует. Ну, давай вернемся к нашему детенышу пока что. Кстати, а самка понимает, что вокруг находится вообще? Что это за объект, например? Интеллект. Вы можете запомнить местоположение всех уже знакомых вам объектов. Хотя мы даже не понимаем, что это за объект. Тем не менее, сделать мы это можем. Интеллект также помогает находить предметы, имеющиеся практическое применение. А также мысленно представить то, что уже вам знакомо. Слушайте, это не казуальная игра. Ну, в общем, да. Я такого на самом деле и не ожидал. Давай попробуем вернуться к нашему детенышу все-таки. Хотя мы можем его нести на спине. Да, это наш Тви. А это, как его звать? Туф. Как нам нужно было на него переключиться? Я хочу как раз обратно на него вернуться. Я бы уже привык к нему просто. Мы взяли и дали ему новое имя. Теперь он не Туф, а Кве. Радикальная перемена. Я не думаю, что здесь пока имена возможно сменить более сильно. Так, а как мы можем включить интеллект и при этом... А мы можем взять детеныша на спину, например? Да, и судя по всему, мы и так будем развиваться быстрее. Тогда давайте пока поиграем за взрослую самку и поговорим с отцом нашим, что ли. Точнее, с отцом семейства, как у него вообще дела. Можно позвать его с собой, а можно изучить. Это эк, взрослый особь, самец. А, нет, он одиночка. А где... А, да, у нас же все, отец погиб. И нам, возможно, нужен новый самец. Ну, чтобы в семействе... У нас полноценное семейство было, да? Скорее всего, так. Я хотел бы с ним поухаживать. Но я могу пока на него переключиться. Давайте за вот этого одиночку поиграем. Мы здесь можем управлять любым. Любой обезьяной, соответственно. И это очень круто тоже, по-моему. В паре партнер не... Но партнер же ее погиб уже. Совершенно верно. Попробуем с ней повзаимодействовать. Вот таким вот образом. Нет. Мы начали... У нас растет нейрона общения. Мы можем ухаживать. Пробуем это сделать. Сможет ли она отойти от этой утраты? Сможем ли мы достичь с ней развития наших отношений? По-моему, мы целуем ее спину. Вряд ли это массаж какой-то. Ей не понравилось. По-моему, ей не понравилось. Ну, я пробую всякие разные варианты. Есть какой-нибудь толк от этого? От того, что мы делаем? Или это вообще к ней пока никак не подступиться? По-моему, ей не нравится. Нет. Ну, тогда что будем делать? А можем ли мы взять чужого детеныша, например, и понести его на спине? Как вам такой вариант? Никто не обидится? У нас еще есть органы чувств. Который, видимо, позволяет, наверное, лучше слышать что-то. Показаны звуки в пределах досягаемости. Мы можем, то есть, сонарную систему своеобразную включать. Осмотритесь с помощью мыши, чтобы найти звук. Но здесь настоящее море звуков. Вон там что-то в другой стае происходит. И мне кажется, как раз самый лучший момент сейчас, чтобы прислушаться к тому, что мы там слышим. Можно ли это сделать? Опознать. И у нас, по-моему, растет нейрон орган чувств. Не уверен, где здесь показывается уровень прокачки нашей, но, по-моему, сейчас мы что-то прокачали как раз-таки. Давай запомним этого персонажа, что ли. Вы можете запомнить местоположение всего, что вам уже знакомо. Например, при помощи слуха мы сейчас запомнили вот этого, вот эту обезьяну. Используйте слух, чтобы находить источники звука. Ну, это логично. А еще у нас есть нюх, по-моему, да? Ну, давайте пойдем в ту сторону и, собственно, попытаемся поговорить с этими ребятами. К чему это вообще приведет? Мне интересно.
Так, мы запомнили, то есть камеру отметили на этом... На этом обезьяне. Как они относятся к тому, что здесь происходит? По-моему, у них молодая семья, еще даже нет детеныша, да? Самка и самец один. Верно? Старшего субсамка. Мво. А нет, она одиночка. У этих ребят вообще с отношениями все не очень. А, нет, у нее есть партнер Лут. А, это Ни! Это тот самый самец, к самке которого мы приставали, получается. То есть, кто-то умер совершенно другой. Это может быть детеныш был... Нет, это написано все-таки детеныш. Не знаю, что за обезьяна погибла в итоге. Ну, пантера, которую сожрала. Но вот как-то так выходит. А это одиночка, да? И мы одиночка. Соответственно, у меня тут идея появилась. Раз мы две одиночки, может, пойдем вместе? Погнали. Как, кстати, снять со спины детеныша? Он, мне кажется, здесь не нужен. Место для сна. Прежде чем строить поселение, организуйте место для сна. Вместе для сна. А где найти место для сна? Это ведь тоже задачка не из легких. Мы вот взяли с собой сейчас самку и украли чужого детеныша. Я думаю, в этом не очень много логики, но сейчас о логике как-то говорить пока что рановато. У нас тут только заря. Мы на заре развития нашего эволюционного. Мы сейчас взяли самку и можем здесь погулять немножко. Я думаю, не думаю, что мы сейчас в какую-то опасную зону уже выходим. Так что пока что... Да, все отзываются на нас. И все неплохо. Органы чувств. Какие мы можем органы чувств включить? Нюх у нас есть. Как работает нюх? Здесь чем-то пахнет. Слушайте, эволюция — это сложное дело. Просто так не эволюционируешь. Нужно, собственно, постараться, как мне кажется. Мы можем встать. Слушайте, мы встали на две ноги. Вы видели когда-нибудь такое? Двигательная функция у нас растет. И мы можем ходить? Мы ходим, черт возьми. Недолго проходили, но немножко походили. А можем лечь вообще? Давай попробуем лечь где-нибудь. Но все-таки нужно это делать в укрытии. Не знаю, наша эта территория или нет, но давайте вот здесь вот где-нибудь ляжем. Ляжем, поспим немножко, посмотрим уже вещи. Нет, хотя давайте еще погуляем. Все-таки спать нужно ночью. Я думаю, даже любая маленькая обезьяна это может понять. Пока давайте поухаживаем, что ли, за этой одиночкой. Я думаю, малыш нам не помешает никаким образом. Ну-ка, посмотрим, понравится ли ей массаж спины. По-моему, она будет совсем не против. Посмотрим на ее реакцию. Да, ей явно нравится. Смотрите, какие звуки она издает. Слушайте, в этой игре должна быть озвучка Дроздова. И ее вообще должен здесь летсплей записывать только один человек как раз таки. Дроздов. По-моему, это будет абсолютно канонично. Так, до скольки развились наши отношения? Мы можем уже, собственно, подумать о семействе? Нет? По-моему, у нас образовалась пара. Да? Похоже на то, очень похоже на то. Как твои дела, Мво? Нужно запомнить ее имя, постараться запомнить. Создание пары с партнером. По-моему, еще не до конца, да? Мы прошли этот этап. Но, собственно, он происходит. Мы можем сменить ее имя, называть ее как хотим. То есть, дать ей нашу фамилию, например, наверное, даже... Ох, ты гроза, что ли, пошла? Что-то происходит интересное. Можем включить интеллект. Здесь холодно, судя по всему, да? Можем также комбинировать интеллект с нюхом. Нюх, конечно, у нас не очень сильный, но тем не менее вот эту область мы можем спокойно так исследовать. Что еще? Мы вроде как немножко замерзаем. Давайте-ка попробуем все-таки в укрытии какой-нибудь спрятаться. Вот здесь у нас теплее или нет? Непонятно. Нам нужно как-то согреться. Дождь пошел. Просто температура, по-моему, упала. Вот сейчас потеплее стало, да? Давай согреем ее, нашу подругу. Во, как тебя согреть? Попробуем еще немножко за ней поухаживать. Ей уже не нравится почему-то. Видимо, наверное, слишком рановато. Может быть, нужно ей принести какую-нибудь еду? Это было бы разумно. Все, ей не нравится. Пока отложим это на потом. По-моему, она от нас убегает, да? Похоже на то. Ну ладно, не будем ее звать с собой. Пускай остается здесь, а мы попробуем найти какую-нибудь еду. Для этого нам понадобится в том числе и интеллект. Исследуем вот эти точки. Но непонятно, что это. Давай запомним этот объект, например. Попробуем с ним повзаимодействовать. Что это?
Как осматривать предметы? Попробуем сейчас понять, что это такое. Ну, это похоже на траву. Однако мы сочли это инструментом. Стангерия шерстистая. У нас теперь есть вот это... Вот эта трава. И что мы можем с ней сделать, например? Слушай, а может дать ей эту траву? И, по-моему, мы ж только что сейчас прокачали наше общение. У нас сформировался, оформился, точнее, нейрон общения. Как тебе такое, подруга моя? А что, если я возьму обратно этот объект? И дам тебе еще раз его? Тебе понравится вот такое вот отношение? По-моему, я за ней только что очень хорошо так поухаживал. М? Давай вот тебе попробуем погладить ей спину. Как ей теперь нравится это? Я лечу ее раны. Я почти в этом уверен. Наша пара продолжает развиваться. По-моему, еще несколько веточек, если я ей принесу, то все вообще станет очень даже хорошо. Но тем временем совсем уж повечерело. Самое время, мне кажется, наконец-то поспать. Думаю, да. Позовем нашу подругу. Пускай она идет за нами. Нужно подобрать какое-нибудь очень такое приятное местечко, где не станет холодно. Кстати, здесь есть камни. А что, если мы возьмем камень? А что, если мы его куда-нибудь кинем? Давай сначала осмотрим камень в руках. Что это такое? Это очень крутая штука. Может быть, мы разведем огонь? Или, мне кажется, для этого слишком рановато. Мы нашли новый инструмент, черт возьми. Обсидиан. Так, отлично. А что, если мы найдем еще один камень? Есть ли здесь где-нибудь еще один камень? Включай интеллект, друг мой. Вот. Вот у тебя еще здесь есть один камень, смотри. Сконцентрируйся на нем. Давай. Я уверен, что у тебя получится. Ты уже знаешь, что это такое, правильно? Еще один обсидиан. Совершенно верно. Давай его тоже возьмем. Сможешь ли ты это сделать? У тебя же две руки, друг мой. Не только в правой руке ты можешь держать, но еще и в левой. Как-нибудь смени руку. Это не так просто. Сменить руку. Мы привыкли действовать в одной руке. Куча предметов. Знакомые вам предметы, которые лежат на земле, можно собирать вместе с такими же предметами и складывать в кучи, черт возьми. Совершенно верно, друг мой. Это должно тебя подтолкнуть к какой-то гениальной мысли. Но мне кажется, рановато для этого. Мы пока что давайте просто займемся невероятным делом и бросим предмет. Как тебе такое? Смотри, ты можешь бросать предметы. По-моему, ты уже совершенно достоин Нобелевской премии. Или, по крайней мере, премии Дарвина, друг мой. Ну что ж, ладно, мы здесь с подругой. Пожалуй, ляжем все-таки спать. Уже поздно. Есть ли здесь что-нибудь рядом, прямо, чтобы мы могли исследовать это, и оно бы стало для нас интересным? Там, по-моему, какие-то растения. Что это за растения? Стангерия шерстиста. А, это тот же самый... То же самое растение, с которым мы уже, собственно, познакомились. А это что? А это какое-то другое растение. Ну-ка. Оно пока для нас представляет нечто неопознанное, но мы можем на нем сконцентрироваться. Попробуем. И нужно сейчас нам его осмотреть. Давай, ты хочешь его сорвать как-нибудь или что-нибудь сделать? Подругу нашу пока отпустим. А это растение нельзя вроде как пока что осмотреть. Видимо, нам не хватает интеллекта для него. Не, мы не понимаем, что это за растение, и никак это... Никак нам его пока не опознать. Но мы можем рядом с ним поспать, и, возможно, это приведет нас к какому-то развитию. Соответственно, там же, где мы ложимся для спать, мы сможем в будущем, наверное, что-то построить. Обновление суточного режима. Еда, вода, сон. В каком мы состоянии? Вроде как неплохом. Снимаем детеныша. Пускай он наконец-то погуляет сам по себе. А у нас есть эволюция. Да, мы забрали детеныша из чужой семьи. Как там прокачать эволюцию в данной ситуации? Пока никак. Это место для сна. Ляжем. Ложимся спать. И ночь должна пройти.
Наконец-то, ну, ночь еще не прошла, но наша эволюция начинает развиваться. Мы прокачали наши нейроны немножко, и что-то это должно было нам дать немножко. Так, смотрим. Здесь тоже еще нужно покумекать, что вообще происходит и как мы можем развиться. Так, оформившийся нейрон общения. Нейрон завершен. Есть ли здесь у нас что-то? Растущий нейрон, еще не совсем. Это какая двигательная функция. Черт, двигательная функция не мешала бы ее развить. Органы чувств. Органы чувств можно улучшить, если они будут использоваться в разных ситуациях. То есть, да, ну, по сути, прокачка понятна, как работает. Ты пользуешься чем-то, этими функциями, которые относятся к конкретной ветви, и они развиваются, как в каком-нибудь The Elder Scrolls. Мы можем оформить нейрон общения. Давайте. Итак, у нас новая способность кинесика. Вы научились собирать всех членов стаи в одном месте. Даже так. Зажмите мышь, чтобы созвать всех членов стаи и приказать сопровождать вас. А, то есть теперь мы не только одного можем звать, но сразу нескольких, да? И вести их куда-нибудь. Ну, честно говоря, я рассчитывал на что-то более крутое, но, наверное, всему свое время. Пока что я просто не вижу практического использования для этой функции. А вот дальше нас ждет что-то очень интересное. Два нейрона мы можем здесь развить и открыть новые функции. Генетический потенциал детеныша. Организм детеныша Квей имеет ускоренный метаболизм. А, давайте все-таки, значит, за него это развиваться. Он гений у нас, он в буквальном смысле гений. Спонтанная генетическая мутация определится, когда Квей вырастет. Ну или мы можем просто дождаться, пока он вырастет, а уже потом, собственно, за него побегать, да? Ну а пока давайте ложимся спать. Ночью нас немножко осенило. Ночью мы поняли, что мы развиваемся, растем. А теперь продолжаем спать, собственно. Как ни в чем не бывало. Все остальные ребят тоже ложитесь. Я тут становлюсь постепенно вожаком. Так что давайте хорошо поспим. А утром уже будем думать, что там, к чему делать. Так, дорогая моя, пожалуйста, отпусти эту ветку. Она тебе вообще ни к чему. Ложимся спать. Ну что? Пока, собственно, проходит ночь. А мы собираемся с мыслями. Я думаю, самое время нам снятся какие-то сны, первые сны. Возможно, подсказывающие, что нам можно будет делать следующим днем. Совершенно непонятно. Такие очень примитивные сны. Рассвет. Все. Что-то мы проспали больше, чем надо бы. Хорошо поспали, а вот с едой и водой проблемы. Давайте-ка поедим немножко. Точнее, хотя бы для начала попьем. Можем ли мы пить? У нас ведь есть для этого руки. Давай, друг мой, и просто... Начинай пить. Мы включили слух, он нам сейчас здесь совершенно бесполезен. Мы там что-то слышим, конечно. Но давай просто вот, как говорится, зачерпнем воды. Ты можешь ее выпить? Чем чаще встаем, по-моему, тем лучше для развития интеллекта. Он почему-то, наш герой, не понимает, как, собственно, пить. Что мы за траву сейчас, например, подобрали? Она нам дает что-нибудь? Мы быстро опустились на две ноги. Давай, что это за трава? Попробуй понять. Съедобная она, может быть? Что-то надо, мне кажется, поесть. Я пока сейчас не найду. Это новая еда, это хвощ. Не думаю, что какой-то деликатес, но тем не менее мы можем его съесть, да? Отлично. Набираемся сил. Ну, черт возьми, травоядное животное. Вы усвоили питательное вещество из овощей. И эволюционное достижение — универсальный метаболизм. Судя по всему, другие... Ребята теперь тоже понимают, как кушать этот хвощ, и начинают кушать активно. Давайте попробуем тогда еще и... Еще один хвощ съесть, что ли? Подбираем этот хвощ и тоже едим. Я пока просто не совсем уверен, насколько мы наелись. Съедаем все хвощи. У нас пока что овощная диета. Смотрите, как только мы начинаем есть, все ребята наши из нашей стаи тоже начинают есть. Это отлично вообще. Я думаю, мы сейчас даже можем создать всю стаю. Ребята, собираемся и едим хвощи. Это прямо-таки объедение.
всех созвали, да? Ну да, все, по-моему, более-менее подошли. И теперь что мы будем делать? Мы теперь будем пить. Я хочу научиться пить. Смотри, это очень вкусная водичка, друг мой, выпей ее. Не хочешь? Он не хочет пить, ему это сложно освоить эту функцию почему-то. Какие у нас здесь в округе есть возможности для взаимодействия? Здесь есть камень, например. Может быть, нам нужно воду налить в какой-нибудь папоротник, в какой-то лист, и тогда это, собственно, будет более юзабельно, что ли. Подойдем сейчас к этому растению, тоже попробуем его, собственно, исследовать. Там какие-то заросли вообще, что с ними делать? С ними просто так не разобраться, по-моему. Да, не совсем понятно, что делать с этими растениями. Это какие-то колючки, они нам пока вообще никакой пользы не дают. А стая вокруг собралась и ждет, собственно, наших решений каких-то. Так, у нас новый лист. Давай осмотрим его. Ну и что? Это что, тоже съедобно? Как ты думаешь? Давай, делай какие-нибудь выводы. По-моему, это вообще бесполезное растение. Но дадим нашим друзьям, пусть они, может быть, смогут дать, лучше с ним разобраться. Держи. Подумай над тем, что это такое. Так. Здесь есть еще какое-то растение. А, это то же самое. Понюхай его, что ли, может быть, это даст какой-нибудь результат. Оно бесполезное? Оно, похоже, достаточно бесполезное. И зачерпнуть еду им тоже нельзя. Ну тогда бросай его нафиг. Давай пить водички. Просто пить воды. Видите, вот с водой нужно что-то сделать, мне кажется. Это не просто так. Ну-ка, может быть, сейчас он наконец-то разберется в смысле этой воды. Наконец-то мы нашли новую еду, источник пресной воды. Черт возьми, это было нелегко. Это было нелегко, ребят, но теперь мы можем вдоволь напиться. По-моему, все рады, все очень довольны этому. Мы совершили главнейшее на данный момент открытие. Давай пить. Ребят, все пьем, напиваемся. Здесь куча пресной воды. Казалось бы, это было очевидно, но мы только что сейчас об это сообразили. Это величайшее открытие. Пьем дальше. Напиваемся. Нужно напиться. Пока в туалет не захочется, будем пить, ребят. Я хочу, чтобы у нас было много сил. Пьем все. И, по-моему, мы только что развили наш нейрон. Еще немножко попьем. А можем ли мы дать воду кому-нибудь другому? Водички. Давай, подобрали водички. Она, по-моему, прольется, если мы ее попробуем кому-то отнести. Мне кажется, это так работает. А бросить ее даже и нельзя никуда. Отлично. А что там у водопада? Смотрите, мы даже ходим по воде, черт возьми. Это также развивает наш интеллект. Да, мы теперь видим, что это вода. Это то, что мы понимаем, что это такое. Источник пресной воды. Немножко ускоримся, мы можем прыгать же. Ребята за мной идут? Да, смотрите, они видят, кто здесь самый умный, и двигаются за мной. Потому что я, например, дал им доступ к воде и еде. Давай послушаем, точнее, давай понюхаем. Попробуем понять, может быть, по нюху, что здесь такое. Вот это что, например? Мы обнаружили что-то при помощи нюха, и сейчас исследуем это. Это грибы, черт возьми. Ребят, вы еще, наверное, не догадываетесь, но грибы могут быть очень вкусными. Необходимо их точно прямо сейчас исследовать. Сорвали один гриб и осматриваем. Ты взял гриб, да? Да, по-моему, он взял гриб. Нужно теперь его осмотреть. Ну же. Сразу несколько грибов он подобрал. И запах у них очень мощный. Как запах? Мы нашли новую еду, ребят. Африканский пластинчатый гриб. Абсолютно крутейшая штука. Срочно даем кому-нибудь ее покушать. Гриб у нас в руках. Давайте малышу дадим гриб, и он поймет, что это очень вкусно. Как тебе передать гриб, друг мой?
Незрелый. По-моему, я только что выкинул гриб. Надеюсь, кто-нибудь подберет его и поймет, что это очень вкусно. А я пока подберу новый. Подбираем еще один гриб. Кому-нибудь нужен гриб, ребят? Тут, это очень вкусно. Кто-нибудь хочет съесть гриб? Вы все взяли траву, и это, конечно, позволяет. О, можно обменяться предметами? Что, например, если ты мне дашь траву, а потом ты обратно даешь мне другой предмет. Вот теперь у меня есть гриб. А теперь я его съем, черт возьми. Ну и как, мы что, немножко отравились или нет? Я не совсем понимаю, мы в порядке? Нам стало лучше или хуже? Реакция очень неоднозначная. Очень неоднозначная. По-моему, в этом еще не мешало бы разобраться. В общем, еда-то бывает тоже разная, как мы можем видеть. Вот это что мы сейчас подобрали? Это похоже на ягоды. Ну-ка, что это? Это точно ягоды какие-то, нужно съесть. Найдено новое, да. Мы сейчас попробуем. Плод путерии сладковатый. Она сладковатая, а значит, может быть вкусная. Кушаем. Активнее кушаем. По-моему, хуже нам явно не становится. Мы поняли, что ягоды могут быть очень даже вкусными, черт возьми. Это очень круто. Ребят, кушаем ягоды и грибы. По-моему, от них хуже не становится. Или нам все-таки немножко... Да, по-моему, мы немножко отравились. Черт возьми, ну ничего, пройдет, пройдет. Воды напьем сейчас. Пьем воды просто. От воды станет лучше. Да, должно стать лучше. Все, боль проходит. У нас интоксикация какая-то. Смотрите, действительно, мы напиваемся, и интоксикация проходит. А если мы напьемся настолько сильно, что желудок у нас полностью пройдет? Черт, вот это чувство, когда ты действительно все познаешь... Оно невероятно. Ребят, я здоров. Продолжаем эволюционировать. Ух. Ну это просто потрясающе. Посмотрите на этих ребят. Они гении. Они будущие кандидаты наук. Я так горд за них. Слушайте, ну это действительно уникальная игра. Концепт потрясающий абсолютно. Я уже сейчас вижу, как это может стать постепенно довольно-таки однообразным, вот это исследование. Такие же проблемы были и в Спор, где тоже, по сути, мы эволюционировали, хотя и в большем масштабе, да, наверное, но не с такой детализацией в то же время. И в некоторых других играх, да, которые как-то как-никак затрагивали тему эволюции отчасти. Но это очень крутой концепт именно здесь, про то, что здесь идет речь про человекоподобных существ, про которых мы более-менее знаем. Игра такая, можно сказать, даже научная, образовательная в какой-то степени. И реализовано все это неплохо. Ей нужно, конечно, дать больше времени. Нужно тут несколько, минимум часов, чтобы какое-то полноценное мнение состоялось. Но первые впечатления у меня наконец-таки сформировались, и они лучше, чем то, что я читал, да, об игре. То есть я после отзывов как-то похолодел в отношении нее, но сейчас вот сам поиграл и понял, что все-таки стоит дать ей лично шанс. И, возможно, она действительно понравится. Сейчас я пока-то говорю, что мне она понравилась, но еще это не полноценное мнение. Что ж, в следующий раз мы сыграем какую-нибудь другую новинку. На этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр. И пока что всем пока.